Я рекомендую всем зайти и подписаться на канал моего друга Мята АФК. Там он снимает видео по уникальной игре под названием Undertale. Ссылочка где? Правильно, в описании, а также в профиле. Подписывайтесь на Мята АФК и наслаждайтесь интересным контентом, который вас ожидает. Всем привет! С вами я, Андресурс. Прошлая часть по тупым отзывам 5 на честь Фроги, видимо, вам понравилась. Поэтому ловите вторую часть. Еще меня просили вернуть озвучку Левитана, ну что же. Здравствуйте, я Юрий Левитан, и я вернулся, чтобы снова озвучивать эти прекрасные отзывы. Ну что же, не будем растягивать начало, приступаем. Здравствуйте, разрабы, игра с виду классная, но когда я вошел в игру, там было описание. Я его прочитал и нажал, я все понимаю дальше, и на меня выскочила лягушка, у меня сердце в пятки ушло. Исправьте это. Это же как надо было обосраться, чтобы поставить игре одну звезду? То есть автор этого отзыва поставил одну звезду за фишку самой игры? Ну не знал автор, что там будет скример. Ну тогда бы и не писал бы свой отзыв в Play Market. Ставлю одну звезду, потому что нифига не понятно. Игра ужасная, потому что когда выходишь с игры, то еле-еле на уровень, который установился. Да что ты, черт побери, такое несешь? Ребят, не играйте в эту чертову игру. Я уже пытался пройти, у меня не получилось, только психанул. Так что не стоит в нее играть, поберегите нервы. Но раз у тебя не получилось пройти, не факт, что не получится у других пройти. Здравствуйте, дорогие ребята, мне игра нравится, но я не считаю, что это страшно, все крови так дали, ставлю 1 балл. Вы, кажется, уже догадались, по какой причине был написан этот отзыв. По приколу. По рофлу. Игра долгая, надо ждать, пока он там продолжает. Мне нравится первая глава. Игра классная, но одна звезда, потому что я не могу дотянуться до 5 звезд. Пожалуй, пора заканчивать видеоролик. На этот раз я не буду вам читать нотации, мол, нельзя писать такие отзывы, надо расписывать, надо все так делать, как я сказал. Потому что навряд ли кто-то меня послушает. И продолжит делать то, что ему вздумается. Ну что же, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте классы вверх, а также становитесь фолловером этого канала. С вами был я, Андресурс, всем удачи и пока-пока.